Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой продолжаем играть Dying Light. Dying Light мы с тобой продолжаем играть во второй. Продолжаем, вот, мы спустились с тобой с Вероникой в обсерваторию. Вот, лутать я, наверное, здесь особо, ребят, ничего не буду, что будет попадаться, то будем брать. Потому что у нас и так уже ресурс, я думаю, мы заканчивать с тобой игру будем именно с луком. И со стрелами, так как он имбовый. Вот, так он имбовый. Мы с ним и будем заканчивать. Так. А. Нам нужно открыть эту дверь. Нужно как-то открыть эти двери. Может, с другой стороны? А может, где-то люк есть? Не, я вижу вот это А, это вот А. А. Так, а куда нам надо будет буковку оттащить? Как же тесно. Нормально. Знаете, как говорят, в тесноте, да не в обиде. Взлом. Сами взламывайте. Я, в принципе, и так игру пройду. У меня, в принципе, уже все есть, чтобы допройти игру. Мы сейчас лутать с тобой будем дольше, чем играть. Пошли. Так, сейчас подключу кабель. Должно сработать. Как ты подключишь кабель, товарищ? А как он хочет подключить? Вероника, как ты там? Скорее бы получить эту базу и свалить отсюда. Ты молодец. Поговори со мной. Почему ты мне помогаешь? Это очень рискованно. Фрэнк сказал, это для тебя важно. И все? Похоже, ты не очень много знаешь о Фрэнке и ночных бегунах. Мы обязаны ему всем. Подожди. Да, господи. Ну, да, блядь. Так, подожди. Что-то здесь через жопу как-то. Ага. У нас там что, если что, стоит? Давай это поставим. Пошли. Обходная цепь. Умный ход. Ага. Это не раз меня спасало. Вероника, мы идем? Да. Давай закончим с этим и будем выбираться отсюда. Сюда. Давай, я тоже на самом деле хочу побыстрее здесь это закончить. Здесь главный компьютер. Ты наконец-то узнаешь, что случилось с сестрой. Она моя все. А что с родителями? Я их не помню. Только ее.
Мы хорошо ладили. Без нее как без... Я даже не знаю. Ты не знаешь что? Ну, я даже не знаю, кто я. 15 лет назад мы все были другими людьми. Мы все что-то потеряли. Ребята. Это здесь. Давай. Опять заперто. Что дальше? Терминал отключен. Система безопасности изолировала зону. Я обстрел. У меня есть идея. Попробуй найти помещение для руководства. Там должен быть пост охраны. Можно попробовать открыть замок оттуда. Для этого тебе понадобится ключ ВГМ. Это, по-моему, где мы только что были. Ты много знаешь об этом здании. Просто вставь ключ и выбери на экране экстренная разблокировка. Я все объясню, когда закончим. Но она была участницей эксперимента. Так. Если я взламывать ничего не буду... Вот здесь, да. Потому что не зря я это видел. Ага, ну у нас очередная проблема. Я здесь застрял. Нужно как-то выбраться. Я могу тебе помочь? Вряд ли. Просто не уходи. Опять взломать? Не хочу. Так, мы сейчас, наверное, через этих докторов пойдем, да? Здорово, мужики. Что, опять тяжело? Нет, взламывать не будем. Давай аптечку возьмем. Это куда мы? А здесь она работала, по-моему. Вероника Райан. Доктор Вероника Райан. Директор департамент полевых лабораторий. Угу. Была простым врачом. Охереть! Кажется, это офис Вероники. Ты не была со мной честна, Вероника. Кто этот мальчик? Может, и ее сын? Эйден. Забавно. Похоже, была еще одна Вероника Райан. Директор департамента полевых лабораторий. Я собиралась тебе рассказать. Почему ты мне помогаешь? Работаешь с Вальцем? С Вальцем? Нет, ни за что. Я даже тогда с ним не работала. У него была своя группа. Но ты знала об экспериментах, об опытах над детьми, над нами с сестрой. Именно поэтому я здесь. Я не могу забыть, что мы здесь делали. Что мы подвели вас. Страдающих детей и даже не получили лекарства. Лекарства? Мы ведь живые люди! У детей был выявлен естественный иммунитет к вирусу. Мы увидели корреляцию между возрастом, развитием мозга и тяжестью заболевания. Вот поэтому над вами и ставили эксперименты. ВГМ, весь мир нуждался в вас. Казалось, вы наша последняя надежда. Прости. Ты... тоже проводил эксперименты? Нет. Опыты над детьми ставили в лабораториях. А здесь мы собирали данные и исследовали их. Я была здесь, когда все произошло. Сотрудники начали превращаться, и все быстро вышло из-под контроля. Один за другим. Мы были заперты внутри. Прятались. К
крались по темным коридорам и ползали по вентиляционным шахтам. Мой сын был здесь со мной. Пол. Ему тоже тогда было 5. Пойдем, займемся делом. Да. Пойдем. Кто-то спросит, а что ты не спросил, что с ним стало? Не хочу. Я вот обмотки и браслет хочу воровать. Умер, наверное. Тоже так же, как и большинство здесь присутствующих. Давай, врубай машинку. Ну, заходим. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Все данные ВГМ здесь, Эйден. В чем дело? Черт, я не знаю. Давай еще. Да хоть, ну, дверь заела, и чё? Как бы, ну... Она застряла. Ну, пролезь. Нет, я пойду. Нет, подожди. Я устал ждать. Мне нужны ответы. Ого. Ничего себе. Вы знаете, двери закрываются, как в старом метро в каком-нибудь. Вероника, что происходит? Ответь, Вероника, все в порядке? Сработала тревога. Процедура обеззараживания запущена. Обеззараживание? Не нравится мне это. Мне тоже. Химическая дезинфекция убивает все. Как ее остановить? Я не знаю. Вероника? Вероника! Сохраняйте спокойствие. Вероника? Ее не остановить. Сделай что-нибудь! Да хватит тебе паниковать. Я думаю. Паникер, думай быстрее. Блокираторы. У меня есть один. Найди дозу для себя. Есть идеи, где искать? В диспетчерской. Там должно быть несколько. Иди, найди диспетчерскую. Я знаю, где она. Знаете откуда? Я когда первый раз игру проходил, меня бы обманул жопу. Найди путь наверх. Скорее. Диспетчерская. Наверху. Меня бомбануло жопу. Куда ты, блять? Быстрее! Да знаю, я знаю! Не, я знаю, но... Он почему-то взял и спрыгнул. Ты чё, дебил, блять? Эйден? Ты дебил? Он чё не цепляется? То, блять, цепляется, то уже не цепляется. Знаю, я знаю! Эх, блядь! Давай! Кали. Нашел. Молодец. А теперь самое веселое. Эйден, ты живой? Кое-как с грехом пополам. Там не трудно как бы залазить, ребят, но такой геморрой небольшой. Эйден, ты в порядке? Да, вколол блокиратор. Слава богу. Вроде спаслись. Рад слышать. Подключаемся. Серьезно? Давай. Скрести пальцы. Момент истины. Черт, что-то сломалось. Прикалываешься? Да, это старая система. Подожди. Дай мне ключ. Доступ разрешен. Здесь список пациентов и персонала. Что посмотрим сначала? Даже не знаю. Давай про Мию. Поищи Мия. Это твоя сестра? Да.
Ничего. Невозможно. Она была со мной. Я ищу. Прости, Эйден. Нет пациентов с именем Мия. Черт! Не может быть! Введи мое имя, Эйден. Эйден, есть одна запись среди детей младшего возраста. 2020 год. Эйден Колдуэлл. Это твоя фамилия? Ну, теперь да. Что там? Данные засекречены. Только одна запись. У пациента обнаружена повышенная устойчивость к веществу. Выполнено большинство тестов. Образцовые результаты. Эйден, ты в порядке? Да, кажется. Есть еще что? Нет. Это все. Вальц. Ищу. Одна запись. Клинические исследования. Вещество 1354. Проект закрыт. Все пациенты выписаны из центра. Посмотри список имен. Выписаны. Все? Да. Проклятие. Не сказано, что с ними стало? Или об этом веществе? 1354, да? Извини, Эйден. Тут еще. Вещество также было опробовано на нескольких зараженных, на объектах ВГМ в городе. Безрезультатно. Проект осуществлялся на объекте X-13. В конце концов, он был закрыт, как и сам объект. Есть что об этом X-13? Здесь? Сомневаюсь. Но я о нем слышала. X-13 был центром операции ВГМ. А вещество? Знаешь, что это? Эйден, было так много тестов и клинических испытаний. Давай я поищу результаты в базе данных. Что-то не так. Ты о чем? Написано, процедура запущена. Еще одна процедура? Я ищу. Тут столько данных. Начато, затем приостановлено. 11 лет назад. Возобновлена пару дней назад. В X-10. Еще есть карта. Часть объектов помечена, включая обсерваторию. Что все это значит? Понятия не имею, но... Найдены нарушители. Найдены нарушители. Зараженные? Они должны быть где-то рядом. Найди. Ренегаты. Похоже, нас выследили. Времени нет. Быстрее. Возьми ключ, спрячься где-нибудь и запрись. Я разберусь. Эйден, мы даже не знаем, сколько их. Я справлюсь. Нормально, у меня лук есть. Имбовый, блядь. Давайте мне лук. А, нет, пока еще нельзя. Дайте мне лук. Ну, да что ты прячешься, не ссы. Господи, дай мне лук, блядь. Все, хули с ним тут это. Натянул и все. Вот и все. Натянул пацанов и хорош. Так. Так. Че, мужиков, тут есть? Пустышка. Знаете, что надо еще сделать? Еще немножко, ребят, надо сделать стрел таких. Ну, самых обычных.
перья заканчиваются, ребят. Вероника, ты цела? Да. Но у меня плохие новости. Эти объекты на карте ВГМ. Похоже, это цели. Цели для ракетных ударов. Ракетных ударов? О чем это ты? Протокол ликвидации. У нас мало времени. Послушай, тут отмечены Реверент и Гаррисон. Это Централ Луп. Там живут люди. Предупреди Фрэнка. Хорошо. Хорошо. Фрэнк! Фрэнк, твой район отмечен на какой-то тактической карте. Нужна эвакуация. Что? Нет времени объяснять. Заставь всех уйти, Фрэнк! Черт. Так, Эйден, сейчас. Откройте, бляди, чтоб вас! Жди, я подберусь к ним сверху и уничтожу. Тебе ничего не угрожает. Угу. Конечно. Конечно. Я тебе наслышан. Можно сказать, я твой фанат. О, неужели? Подписчик. Для тебя автограф? Я порву тебя на куски. И украшу. Куда ты, блядь, спрыгнул? Ой, долбоёб. Эйден, Эйден, я в ловушке. Мне это очень не нравится. Держись. Все. А там живая? Матрешка-то наша. Так. Че, все отъехали? Все? Ладно, пойдем. Вероника! Опасность миновала, но нужно уходить. Вероника! Как нам запрыгнуть туда-назад? Ага, я понял. Опять тот же самый геморрой, который был. Вероника, ты здесь? Ты где? А где она? Не понял. Вероника! Ответь мне. Мне пришлось выйти наружу. Прости. Угу. Я чувствовала себя в ловушке. Хорошо. Где ты? Я шла к лифтам. Я... Вероника, что случилось? Здесь кто-то есть. Вальц. Нет, нет, нет! Вероника! Она была здесь. Это ее рация. Разыскать. Мы слышали вот там. Выдвигаться. Взять ее. Живо! Это Вальц. Ты чё, блядь, не цепляешься, ты ёб твою не мать? Ты чё не цепляешься-то, блядь? Прокачался я до хрена всяких разных перков там этих. То он теперь вообще не цепляется, то цепляется, то... То ужас. Вероника, ответь мне. Держись, Вероника. Я иду. Да, сейчас только шкаф оболтаю и иду. Где же мой ключ? Где же мой ключ? Беги!
Пошел нахуй. Вероника, беги отсюда! Так, опять от вальса убегаем. Хорошо. Хорошо, бежим. Ой, как мы от него оторвались на 50 метров. Он там где-то застрял, да он забагался, что ли. Хреново быть вальсом. Как он нас быстро догнал, ни хрена себе. У вальса единственная проблема — это закрытые двери. Вероника, уходи! Отдай мне блядский ключ! Дай его мне! Беги! Я остановлю его! Зачем тебе этот ключ, уёбок? Что ты сделал с Мией? Бедненький мальчик. Чего я бедненький-то, блядь? Отдай мне блядский ключ. Что ты сделал с моей сестрой? Ее давно нет. Нет. И я убью тебя! Вальца заебал. Вальца, ты больно долго живешь. У него хп, видали, сколько? Вальс, я отдыхаю, я устал. А вот сейчас я все стрелы просто так потрачу. Вальс, давай подеремся так на этих. Давай. Ух, смотри-ка. У него так нормально, это. Тихо. Вальс, подожди. Вальс, подожди, давайте я отдыхну. Вальс. Хорошо. Вот так, и пошли. Кстати говоря, мы его практически уработали. Ну, слабоватый вальс на самом деле. А, все. А лук-то его херово, ребят, берет, заметили? Лук-то хреново берет. Ты должен был давно умереть. Эйден, держись. Все будет хорошо. Только держись. Эйден. Все хорошо, Эйден. Все хорошо. Эйден! Нет! Взял, убил ее. Ой. Ни хрена себе, руки оторвало, ни хрена себе. Вероника, о боже, нет. Вальс, что ты со мной сделал? Открыл тебе правду. Что? Слишком поздно. Нанесли тактический удар. Эйден! Эйден, где же ты? Эйден! 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 Эй, я засекла сигнал! Быстрее, под этой кучей! Он здесь! Эйден, держись!
Луан, Валь забрал ключ. Блять, какой ты тяжелый. Почти дошли. Только держись. Держись. А там же все в химикат. Как она сюда прошла? Ты пришел в себя, слава богу. Прекращай уже это, а? Ты заставил меня волноваться, а я ведь не волнуюсь. Не подходила, Ван. Ого. Не скажу, что я ожидала цветов, но за то, что я выкопала тебя из-под завала и притащила сюда, можно было бы хотя бы сказать спасибо. Ты не понимаешь, Луан. Я... Ты что? Я убил Веронику. Что? Убил. И это не все. Я превращаюсь. Я видела тело Вероники. Разорвано на куски, как прыгунами. Ты не мог. Вальд сказал, что Мия мертва. Мне нужно уйти. Иначе я стану угрозой. Для всех. А что, если он врет? Что, если Мия жива? А даже если и нет, ты не убивал Веронику Эйден. Это был не ты. Я повторяю, это был не ты. Если это превращение происходит из-за Вальца, мы заставим его все исправить. Ясно? Я помогу тебе. А как? Вальц придумал ингибиторы. Он должен знать, как остановить побочки. Что это? Пойдем. Наверное, еще одно здание рушится. О, боже. Мясник закончил то, что начал 11 лет назад. Это Вальд. Он использовал ключ, тогда все и началось. О чем это ты? Дилан не хотел, чтобы ключ ВГМ попал к Вальцу. Он знал, что это чревато. Вальц забрал ключ у Вероники и сбежал. Он будто нужен ему еще для чего-то. Теперь ты понимаешь? Ты должен остановить его. Его и Уильямса. Любой ценой. Луан, я не могу контролировать превращение. В любой момент я... Когда ты почувствуешь что-то такое, просто иди к ультрафиолету. Мне не остановить их одно, Эйден. Ладно. Ладно, вперед. Вот теперь ты говоришь, как Эйден. Фрэнк с Хуаном и Мэттом собираются в крепость. Он хочет встретиться с мясником. Что? У меня была такая же реакция. Но он говорит, что после бомбежки Уильямс вышел на связь. Он хочет поговорить. Фрэнк сошел с ума? Вот поэтому я и хочу прикрыть этих придурков. Отправляйся в Рыбий Глаз. Может, тебе удастся отговорить Фрэнка от этой затеи. Если не получится, я буду рядом. Эйден. Да. Никто не должен знать о Веронике. Запомни. Да. Я знаю, что не ты это сделал. Да, я понял, но Джек, давай. Миротворцы, им насрать. Да всем здесь насрать. Они нас не остановят. Не смогут. Всем здесь на нас насрать, ребят. Всем абсолютно. Прорыв, сюжетное задание новое. Попадите в закусочную. Какую закусочную? В закусочную. Попадите. Так. Почему я туда не могу тупыхнуться? Ну что, давайте доберемся, я думаю. О боже. Фрэнк! Фрэнк, слышишь? А почему мы не летим? Что-то непонятно. Что-то нас как будто удерживало. Подожди, здесь жопа какая-то полная происходит. Все,
Все, побежали. Короче говоря, тут все разбомбили. Это здание большое, это нагнули. Да, мужчина? Давайте еще немножко полетаем. И побежали. Так. Я думаю, надо серию заканчивать. Сейчас добежим. Да я думаю, серию закончим. Уже в следующей серии мы с тобой продолжим шедевральное прохождение этой игры. Пойдем на это. Шедевральное прохождение этой игры уже в следующей серии продолжим. Нам бы к бабе надо, к нашей любимой старушке. Несколько. Держу пари, что несколькими они не отделались. В смысле, а к бабуле меня пустить к моей секси-шмекси? Ага. Так плохо? Меня к бабуле не хотят пускать. Это ж моя секси-шмекси. А меня к ней не пускают. Так. Купить, улучшить. Увеличение основного урона плюс 8%. Может, я говоря, еще прокачать вот эту вот. Давай прокачаем. Вы только посмотрите! Спасибо. В добрый путь. Ага, о, бабулечка моя любимая. Так. Хватит пить, купи что-нибудь. Фу, я их только что распродала. Ага. Так. Давай купим эти. Твое желание закон, сам понимаешь. Да. Урон от стрел, да? Может, я говорю, вот эти купить? У нас, по-моему, или что там по перчатке? Ладно, в принципе, нормально. Интересно, почему ты выбрал именно это? Потому что я захотел. Так, этому тоже скупаем, этому парень, скупаем. Парень, а ты очень умный клиент. Это тоже консервные банки и тряпки тоже все скупаем. Спасибо, что зашел. Мне было приятно. Да. Солнышко, говорит, мне приятно. Не бери в голову. Мы же живы, да? Ну что, или пообщаемся там? Ну давай, наверное, пообщаемся. И серию закончим. Если вы ранены, в рыбьем глазе есть лекарство и еда. Свяжитесь с нами по рации или вывесите флаг на доме. Ночные бегуны вернулись. О, Фрэнк. Эйден, ты живой? Фрэнк, если собираешься в крепость, я с тобой. Шкет, погоди. Сядь и выслушай меня. Ты спас кучу народа. Без тебя я бы не смог никого предупредить. Но не думаю, что это хорошая идея. И дело тут не в вальце. Ставки слишком высоки. Ты о чем? Так, я расскажу, но это останется между нами, понял? Говори уже. Грядут новые бомбежки. Уильямс говорит, большая часть Централ Лу будет уничтожена, понимаешь? Я не верю мяснику или вальцу, Фрэнк. Я хочу с тобой. Если что-то пойдет не так, помощь пригодится. Ладно, мне тебя не остановить. Пойдешь с нами, но не дергайся и слушайся меня, ясно? Эйден! Эйден! У нас приход. Очередной. Отсюда!
Отъебись от меня! Мы больше ждать не можем. Нужно выдвигаться. Ты цел? Открывай! Ренегаты вот-вот появятся. Точно все нормально? Бывало и хуже. На, пей. Уверен, что готов. Все путем. Жить буду. Пьянки всякие. Они не знают? Про новые бомбежки? Нет, не знают. И ты им не скажешь? Если договоримся с полковником, не придется. А если нет? То и рассказывать будет некому. А сегодня они заслужили вечеринку. Разыщем Хуана. Он тоже празднует. Хотел серию закончить. Привести Хуан навстречу. А можно это? Эйден, не наш человек, друг. Да, да. Не так сложно. Я могу выйти? С виноградом всегда много войны. Давайте мы на этом закончим, а в следующей серии мы продолжим, поговорим с Хуаном и так далее. И навстречу приведем его и так далее, и так далее. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.